Сегодня у нас мы встречаем гостей. К нам приехали Тони, Таня, вот Лерочка. И, конечно же, Олежек мой. Там Рема. Рема, чтобы про нее тоже не забыли. Вот, мы решили сесть, посидеть и просто сделать обед. У нас есть повод. И поэтому мы вот тут вот в красоте. И мне очень нравится вот этот дымок, когда продолжается. Еще шашлычок доходит. Здесь у нас, какой шашлык у нас сегодня, сейчас я вам... Ну, естественно, салатики, это само собой разумеется. А тут мы взяли и свининки немножко, и вот такие вот, как курятину тоже взяли. И свинину, и курятину, а шейку тоже взяли. Вот так вот. Девчонки, мальчишки, сегодня у нас вот в такой красоте заседание начинается. Мигом. Вот такая вот у меня жимолость есть. Бесподобная, девчонки, растет у вас такая или нет, не знаю. Но размножается она очень тяжело. Очень тяжело. Много лет растет. Вот такая вот она маленькая. То бывает приморозит ее, то еще что-то. Хотя у нас теплый климат достаточно. Но она такая красивая. Она и розовая, она и желтая. Она и телесная. Она и беленькая. Это нечто. Просто супер. Сейчас у меня розочка начинает. Сейчас у меня роза будет. Ну, гацани это само собой разумеется.